неврологическое отделение начинает свою работу, начало работу уже в своем полном режиме. Вот, вчера был сбой в работе компьютерного томографа, но к вечеру этот сбой ликвидировали, и вся система оказания помощи больным с инсультом работает в штатном режиме. Пока у нас остается на карантине терапевтическое отделение номер один. Соответственно, ориентировочная дата его открытия – это 25 мая. Вот. В принципе, действительно, ну, мы справляемся с всеми неожиданными поворотами, так скажем, ситуации, которые возникают в ходе развития там ковид-инфекции, и справляемся со всеми сложностями. Но работа напряженная, конечно.